Всем привет. Я тут огурец нашел. Зеленый. Так, а ну-ка. Так, что я хотел? А. Нет, ничего тут больше. Маска пока. Ну, судя по всему, да. Ну ладно, посмотрим, что дальше будет. Хотя я не представляю, как 99 уровень убивать, честно говоря. 80-е еще куда ни шло. Но, вообще-то говоря, насколько я знаю, его не прямо сейчас вот надо, можно погодя убивать. Так. Ага. Вообще я не буду с вами сражаться, ну знаете. Свет дайте. Я просто хочу отсюда свалить. Ну, что-то я не туда пошел опять, да? Тут заблудиться как два пальца. Вот, вот этот лифт, да. На лифт. И сваливать. Теперь налево. Это обратный путь. Вроде так. Или не так. Ну, я опять все перепутал, как обычно. А, ну можно здесь выйти, вообще-то говоря. А, нет, здесь нельзя выйти. Я говорю, перепутал. Ничего, кстати, не поделаешь. Судьба такая. Значит, направо. Или нет. Ну, куда-то надо. А, вот сюда, наверное. Кстати говоря, она же с другим оружием ходила. А мне, у меня этого оружия нет нифига. Ее родного-то оружия. У меня меч какой-то был. На тесак похожий. О,
все, ладно. Нам сказали, что можно идти в пустыню. Пошли в пустыню. Хотя... Ой, ёлки, извиняюсь. Хотя надо сохраниться сначала. Сюда схожу, а потом в пустыню пойду. Блин, а где же мне чипы-то теперь объединять? Он так усиленно спамит. Фигней всякой. Так, ну здесь я, наверное, уже могу сохраниться, правильно? Сохранить. А, вообще-то мне Эмили надо найти. Не, ну Эмили еще рано мне, конечно. Я пойду в пустыню, ладно. Быстро перемещусь, и все. Пустыня. Ты лагерь. Давай. Салатница. Ну чё, давай мне вот это вот, пока возможности есть. Наберу по полной. Урон в ближнем бою, давай 8 штук. В дальнем бою давай 11. Это давай 5. Ну и все. Продавать пока ничего не буду. Что горит? Ага, а где он? Где-то внизу. А где внизу? Платформенной части. Ох, не люблю я эту часть. Но ради сундучка схожу. Потому что это и не здесь нифига. Что? Невидимые? А где они такую хрень взяли? Я тоже так хочу. Тоже хочу быть невидимым. Ну и где-то сундук был.
Тут облутано все. Ладно, хрен с ним, не знаю я, где это сундук. Не люблю эти платформенные части. Недолет. Вот ты какой. Информация единицы была... А, это, наверное, красный. Блин, сундук, наверное, вон там. А здесь меня не пустят, я знаю. Запрыгнуть не дадут. Сволочи. Как туда попасть? Теперь хрен его знает. Где Голиафы-то? Не обещали Голиафов. Так, здесь вообще-то тоже какой-то сундук на карте отмечается. Как туда пробраться-то? Наверху, что ли, где-то? Ну-ка. Ага. А, вот он, да. Сундучило. Тут несчастные... А. Туда я не пойду. Нафиг. Хватит. Посмотрим, что по карте показывают. А, вот, Голиафы, да? Понятно. Ну, тогда мне надо... Как тут попасть? А, вот сюда. Что? Карта, блин. О, вот сюда надо. Стоп, а это что за хрень? Это ничего не, не за хрень, это так просто.
по трубе, наверное, надо идти и все. И выйду куда-нибудь. Когда-нибудь. Да, вот сюда. Сюда зайти по привычке. Кстати, по-моему, что-то скрытое было. Ну, кстати, надо, да, включить сканер. Тут еще задание есть в Колизее. Только я вот не знаю вам. Открыт или нет? Так, ну что там за Голиафы? Давай. Сорок восьмой уровень, да ладно. Не серьезно. Сорок восьмой уровень, нет, не серьезно, ребятки. А это какой? Тоже 48. Огата ты юкара донна тикато муттара. Тайшта кото найна. Опа. Нанда, алива. А ну что за? Гегель. 48 уровень. Ну, 48 это страшно. Какелешка. Понимаю, использование Б-режима увеличит мощность термоядерного синтеза. Чё? Любое атакующее усиление снижает защиту, повышает стойкость. По этой причине данный режим был удален и будет использован моделей. Полагаю, что это... Чё?
Блин, ребята, ну вот нафига, а? А я сейчас что делаю? Ау. С тобой копошиться, короче. Да, фризы тут, конечно, жесткие. Ты умри. Или что ты там делаешь? Засохни. Ты засохни. Ау. Ты засохни. Живучий гад. Сохни. Где еще? Да, блин. Готов. Как мне будет избежать? Да хватит.
私たちは同じだ。誰にも頼れず、ただ泣き叫んだ。うるさい！Это было непонятно. Пока что. Ну, я, честно говоря, не особо понял. Один, а два, блин. Что происходит? Опять меня путают, господи, вы не меня путаете. だらけで鬱陶しいな。報告、燃料用ろ過フィルターが劣化。砂漠での戦闘時に微細な粒子が内部に入り込んだ模様。推奨早急な当該部品の交換。交換って言われてもな。レジスタンスキャンプで使用された過去記録を発見。レジスタンスキャンプ。さ。Закончили трындеть. Что-то разбросано. Разорванная книга. Кристалл.
фигня, короче, всякая. Чувак, здорово! Как жизнь? Не засох тут еще. О, Минай Каодана. Орева Кокоде, Кьюсекай, но Моси Сабакде. Так, а где Колизей-то мой? Вот. Ну, блин, там испытание такое осталось, что хрен знает, как его, как с ним вообще. Там точнее два, по-моему, испытания осталось здесь. Одно не касаться земли, которое я не прошел еще. Пятое испытание, 70-й. Ну, 70-й уровень это нормально. Но не касаться земли, это ненормально. Надо глядеть, что можно поставить. Урон оружия. Сканирование не нужно. Правильно, правильно. Система уклонения надо. Автоподбор не надо. Прирост опыта. 16 ячеек свободно. Прирост опыта не надо. Мне нужна защита. Во-первых, надо... Так, смертельное исцеление 20%. 20% мало. Хотя бы 30 про. Во, 9, нормально. 30 сойдет. Дальше наступательное исцеление. 15% нанесенного урона. Ну, даже не знаю. Максимум можешь поставить. Пятнадцать ячеек осталось, да? Ну, атака. Атака, конечно, уже, блин. А, защита в дальнем бою, вот бы еще. Обрыв повреждений у меня стоит? Стоит. Или обрыв повреждений поставить еще? Ну, так попробуем. Фиг с ним. Надо, наверное, свалить вон туда. Сначала. Ау, ау. Да блин, ну это как так? Я ничего не делал. Она все сама сделала, без меня.
Да-да-да-да-да. Знаю. Может, здесь надо стоять просто-напросто. Нет, ну блин! Как же биться-то? Ни влево, ни вправо, блин, не скакнешь. Только вверх придется прыгать. Ну так, а как еще? Удар сверху. После прыжка. Прыжок, удар. Так она никуда не двигается. По крайней мере. Блин, девонька, ну, только не упади, пожалуйста. Ага. Ну, с одной волной разобрались. Теперь это. Я вообще не знаю, как разбираться. А! Ништяк, молодцы! Я не сам упал, меня столкнули. Не, ну это, конечно, геморрой. Короче, на второй фазе надо сваливать куда-то. Нет, девонька! Блин! Зачем ты такая попрыгушечка-то? Ёшкина мышь! Ну, они не страшные, но, правда, единственное, что вот надо как-то... Нет! Да блин! Куда ты? Я очень эмоционален, да. Ничего ж с этим не поделаешь. Не так, а как же прыгать-то, господи. Вот так надо, и все, прыжок. Нет. Зараза. И да ёлки. Дальность уклонения, чтобы поставить.
чего, например? Что брать? Систему уклонения. Ну-ка, правда, уберу, попробую. Что получится? 8. Кольность уклонения. Давай так попробуем. Да, блин. Бесит меня это, конечно. Что-то какое-то дебильное правило, правда. Нет, я же не упал еще, блин. Ну, я не знаю, блин, как вообще. Ну вот как? Есть какие-нибудь предложения? Вообще не бить по ним. Прыгать так вот. Так они все равно сталкивают. Ну как? Ну я же здесь был. Хоть потренироваться дали по этим камням. Да не прыгай ты никуда, блин. Ну это же просто ударило, бля. Как я должен ориентироваться-то, ёб твою мать. Бесючее испытание, прям бесючее, ага. Сейчас еще раз попробую, не получится, ну, нахер. Оно не сложное, оно реально бесючее. А что если я вот сюда встану, допустим? Куда ты прыгаешь, дура? Нет. Тут вся сложность следить за ее позицией. Где она? Есть, блядь, нет. Ёп. Пшу в жопу.
Тебе даже. Козел! Чисто его убить, правда. Ну, что-то дроп. Марки все равно остался. Как это забрать? Автоподбор предметов надо поставить. Чем не стояла, блин, с бесючим заданием, все позабывал. Чего взял, хер знает. Не знаю я, как здесь прыгать по камням. Да ну, вообще не мое. Чё бы не дали за это. Почему это не активно? Куда мне вообще надо? Ну или 9S можно, конечно, взламывать просто без прыжков, без всего. Просто тупо взламывать всех и все. Че, что ли тут? Нахер все пошли. Я бешеный, блядь. Меня разозлило это задание бестолковое. Меня очень злило задание вот это вот среди звезд, быстрее звезд, потому что с моим FPS, блин, только на скорость бегать, блядь. Я его еле-еле сделал. Третий просто вообще, а вот второе, я, наверное, не знаю, больше 50 попыток. Что за хрень? Лосяру нечаянно задел. Паскаль. Паскаль.
Чего? А зачем его уничтожать? Да ладно, не надо. Урюсай. Кига каваранаю. Зачем его убивать? Он добрый, никого не трогает. Не трогал никогда, помогал даже. Ну хотя Адвата об этом не... Блин. Этот Эмиль, конечно, это полный пиздец. Так, и что? Маркер какой-то появился. Заразы. Разрабы, заразы. Даже отмазку придумали, что карта плохая. Топливный фильтр, я торговец оружием. Зачем вы меня-то спрашиваете? Поговори с продавцом. Нужен топливный фильтр. Извините, все распродано. Понятно. Да, еще жива. Прости, что не уходил на связь. Ты выжил, это самое главное. Хотя я боялась, что вы это подняли. Я убил номер своими собственными руками. Номер 2. Что-то я не понял слегка, ну ладно. Понятно. Со мной, короче, не будут говорить, пока я в ロカフィルターが破損すると燃料供給に深刻な問題が発生推奨燃料用ロカフィルターの早期交換分かってるよ機械生命体パスカルを中心とするコロニーの座標を確認。マップにマーク完了。うるさいな。Ну, в деревню, правильно? Так, тут что-то... Задание какое-то, что ли?
Ну да. Только туда переместиться пока что нельзя почему-то. Как и в первом прохождении. Эх, зануды вы, зануды, ёп. А, вот диволы и эти, здесь же. Бальзам скорости. Предсмертный хрип. Враги испускают предсмертный крик, если подбеждены взломом. Прикольно. Надо взять. Ой. Комбат так и продолжается во время уклонения. Ну давай, что вам надо? Сорванные винты, маленькие штыри, машинное масло. Да я уже все добыл, вроде бы. Чистая вода, гриб, большая основная защита в ближнем бою, ничего. Фигня какая-то. Пустынных роз. А сколько надо-то? Сколько роста надо? У меня вроде одна-то есть. Одна есть точно. А, еще одну надо, да. Блин, а я их продавал в первом прохождении, балбес. Да и во втором тоже. Не, во втором я, по-моему, не находил. Так, чё, быстрое сохранение. Ну, что ж. Шли в деревню. Не буду я его пока трогать. Так, а где деревня? Интересно, там открыто или нет. О, это что? А, это вот роза, да? Ну, надо в деревню сначала сходить, наверное. Хотя... Не, надо. Здесь вот я боюсь, что заперто. Хотя... Попробую. Ну, повоюю с кем-нибудь, пофиг.
Блин, опыт надо, конечно, поставить бы. Было бы. Вместо чего урон оружия? Урон оружия не столь важен. Автоисцеление, смертельность, обрыв повреждений. Ячеек у меня нет, вот столько есть. Так, что еще можно поставить? Атаку. Давай. А, хрен. Вот, 5 могу поставить. Еще 2 ячейки из. 2 ячейки. Шкала опыта. Поставить шкалу опыта. Никогда не ставил. Давай попробуем. тысяч опыта уже набил. Офигеть. Господи, я через эту яму так учился прыгать неделю, грубо говоря. Все никак перепрыгнуть не мог, когда спасал этих парад этот. Да, было дело, короче. А у меня ж, сундуки стояли. А сундуки сколько весят? Блин. Шесть. Зараза. Ну вот 6 как раз хватит. Сканирование. 6. Чё надо? Я чё-то не то сделал. Но шкала опыта. Сканирует предмет, всем уклонение, автоподбор, прирост опыта стоит, автоисцеление стоит. Но шкала опыта еще влезет, чё? Шкала навыка, отражает шкалу навыков. А. И. Сори. Что? Такие штуки в лесу были. Фиг.
теперь уже не только в лесу, походу. И сейчас меня сюда не пустят. Нет, надо же. Люди. Эй, автоподбор. Автоподбор хлама. Что за лаги? Здорово, мужик, как жизнь? Что, блин? Вы офигели? Мне еще топливный фильтр придется делать самому. Это вообще где, блин? Лесная зона. Она. Ладно. Так. Пойду гляну, что в магазинчике есть, если мне позволят. Ага. Приманка, оглушение, исцеляющий отброс. И меня сейчас туда нельзя, да? Удивительно. Можно.